Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. У нас с вами ивент. Поехали. В первый раз я сыграл и проиграл, потому что я не знал, что вот эти вот растения вот так вот делают. Надо самому указывать им цель. Поэтому, друзья мои, был фейл. Надеюсь, со второй попытки я смогу все-таки пройти. Так, давай-ка, родные мои, нужно бомбить, зачищать здесь вот это все от надгробий, чтобы мы могли с вами здесь выставлять, естественно, растения. Так, хорошо. Вот здесь бы еще, конечно, рядочек бы подчистить, и было бы великолепно. Так, лук, дыхни, пожалуйста, там. Наверное, вот здесь вот зачистим с тобой маленечко, да? Сюда поставим чеснок, сюда, наверное, поставим орех. Орех также вот сюда влепим. Ой-ой-ой-ой, идет, ребят, коварный зомби к нам. Мы этого не должны с вами позволить, чтобы они сюда вообще носу даже не подточили. Так, давай, наверное, ага, смотри, сместился ханорик, но не тут-то было, мы его подбили. Лук очень неплохо нам помогает, замедляет их, это нам дает некое преимущество. Так, давай применим с собой удобрение, посмотрим, как они тут будут бомбить. Ага, она рандомно буквально, ребят, стреляет. Я думал, чисто по врагам будет, но нет. Так, здесь уничтожаем. Давай-ка там, немножечко вдали зачистим. Так, секунду, куда вы подходите? Эй, коварный зомби, не надо даже и думать об этом. Сюда зловонное дыхание от лучка. Так, смотрим, друзья мои, что у нас тут происходит. Ну, сейчас, когда я разобрался, конечно, мне немножко попроще. А то я выставлял их и думаю, что они не бомбят. Вообще ничего не делали. А вот так вот надо было, понимаешь? Указываешь цели, и они туда бомбят. Так, чеснок поставим сюда. Зловонное дыхание, куда его влепить? Давай сюда, наверное, влепим. Так, применять ульту, наверное, пока не стоит. Еще один чеснок. Так, еще один орех. Так, секундочку, небольшие проблемы у нас тут. Зомби как-то подобрался. Сюда, наверное, шмальнем разочек. Спасибо за удобрение, уже две штуки у нас. Ну, куда ты разогнался, а, зомби? Вот куда ты разогнался? Давай-ка вот так вот бомбанем. Отлично, по красоте. Вы тоже пошли прочь. Мелкий, что-то там уже чеснок наяривает, а? Прикинь, до чего голодный чудик, что начинает лопать чеснок. Хотя он его терпеть не может. Хорош тут юлить. Туда-сюда. Это все, ребята, из-за чеснока он. То вверх, то вниз. Его не поймешь, не разберешь. Наверное, вот сюда бомбанем. И вот здесь. Так, пошли у нас зомби, который, ну, под защитой. Давай, наверное, применим удобрение с тобой. Шмальнем сюда. И вот сюда, наверное. Так, вот этот мне не нравится, друзья мои. Вот этот зомби мне не нравится. Че он тут вообще забыл? Идет. Давай-ка сюда стрельнем. И вот сюда. Здесь нам поможет лук, надеюсь. А почему я этого не уничтожил, друзья мои? Почему? Вот, все, по красоте. Вон, смотри, какая там куча зомби идет. Огромная толпа. Так, срочно надо применять лук. Где-нибудь накопилось. Так, смотри, здесь уничтожили. Здесь тоже мы уничтожаем с тобой. Также мы... Погоди. Стреляем. Друзья мои, надо стрелять, а не смотреть тут на это все дело. Блин, чеснок мне, конечно, очень здесь мешает. Чем? Потому что они то туда, то сюда. Не поймешь ихнюю тактику. Перемещаются с точки на точку. Ху, вроде бы разобрались. Так, наверху мне немножко не нравится, что происходит. Сейчас мы здесь зачистим с тобой. Так, орех сюда поставим, да? Тут зловонное дыхание от лука. Ну, вроде бы как все хорошо. Я думаю, что мы здесь с вами пройдем этот ивент и пойдем дальше на основную сюжетку, где нас ожидает пляж. Так, давай сюда стрельнем разочек. Опачки, сюда. Потом сделаем сюда ударчик. И последний зомби у нас... Ага. Они выжили. Тогда добиваем. И вот сюда вот. Сейчас мы защиту пробьем. А, мы его полностью убили. Все, друзья мои, ивент у нас
пройден. Остается забрать только нашу награду. Ну, давай. Один из подписчиков спрашивал: Рэй, как ты набиваешь себе здесь гемы? Друзья мои, я же вам уже в прошлых сериях, по-моему, показывал, как это все делается. Естественно, за ивенты. За ивент, так, 2000 монет. Окей. Проходишь ежедневки, дейлики и так далее, и все, у тебя будет нормально. С этим, в принципе, никаких проблем нету. Ну что ж, погнали, друзья мои. Нас ждут великие дела сегодня. Так, кстати, я накопил 102 брюлика, поэтому надо нам, наверное, с вами приобрести растение. Я обещал взять халапеньо. Да-да-да, тот самый перчик, вот он. Покупаем. Все, друзья мои, он у меня уже доступен. Единственное, что нужно накопить еще 5 штук, чтобы он у меня открылся. Понимаешь, да, к чему я говорю? Так, и что у нас еще тут можно за гемы взять? Вот это растение. Вот этот цветочек, который, по-моему, уменьшает зомби. Ну и пока все. 87 конфет у меня. Я купил мяту, как вы помните, да, в первый раз. А больше, по-моему, и нечего взять здесь. Да, именно за конфеты нечего нам здесь приобретать. Ну что же. А мы с вами отправляемся на задание на пляже. Так, мы остановились с вами на второй миссии, поэтому с нее и продолжим. Зомби здесь коварные. Плюс еще вода тут постоянно прибывает, то убывает. Нам надо все это дело контролировать. Ну что же, давай начнем. Начнем мы с тобой с подсолнуха. С дикого, я думаю, да? Возьму сюда, наверное, мину. Так, я забыл, какие растения ставятся на кувшинку. Какие растения? Лава-гуава, по-моему, точно не ставится. Мы можем взять с тобой аки, наверное, сюда, да? Вот насчет свеклы я тоже не помню. Так, может быть, нам взять с тобой первобытный горохострел? Гипногриб. Давай тоже, наверное, его испробуем. А нет, друзья мои, я вас обманул. Халапеньо мне доступен, и это круто. Я думал, что он у меня не открылся, ну, так как я не набрал на него. Все отлично, он у меня есть, просто не прокачанный, да, получается. И последний, кто нам нужен. Так, подсолнух есть, это все есть. Бонг Чуй, наверное, взять надо, да? Ну что, попробуем вот такой вот компашкой пройти. Так, у нас уже готовые здесь кувшинки стоят, ждут. Так, дикий подсолнух пошел. Так, музычка пошла. Сейчас будет у нас, наверное, тут прибой. Судя по всему, да, вода будет подниматься. А ну-ка, ай-яй-яй. Вспомнил я, что мину эту ставить нельзя. Но я могу же, вот, а гипногриб вполне, вполне можно себе поставить. Так, ладно, пускай он съест, пока там пойдет обратно. А мы с вами здесь немножечко попробуем расставить наше растение. Так, пускай идет, вот, ребята. Прилив пошел. Сейчас будет. Вот если ты сюда поставишь наземные растения, естественно, их всех утопит волной. Так, куда ты прешь, а, олух? Ты нам здесь вообще не нужен. Иди прочь. А почему мы его не отталкиваем? Отталкиваем, все, окей. Так, халапеньо нет. Пока без халапеньо обойдемся. Будем вот так бомбить. Кстати, ты заметил, что кувшинки, которые находятся на земле, не подвергаются нападению зомби. То есть они просто проходят по ним. И это плюс. Так, давай сюда выставим дикий подсолнух. И нам надо как-то с тобой... Давай вот так вот сделаем. Будут у нас везде с тобой... Ай, банк, что зря я сюда поставил. Этот же зомби у нас под защитой. Но мы, надеюсь, успеем его забомбить. Да. Он у нас все-таки немножко прокачанный, поэтому здоровье имеет. И будем ставить, наверное, с тобой вот эти вот примитивные горохострелы, которые могут отталкивать зомби. Но, по-моему, когда зомби в воде, да, на него почему-то это не действует. Как ни странно. Так, я могу применить перец. Да, накопить только мне нужно определенное количество энергии. Вот сюда вот. Бабах! И хорошо, что, кстати, огненная волна проходит по воде. Я думал, что этого не случится. Думал, что она только до воды и все. Но ни шиша подобного.
Так, все, иди туда обратно. Сделаем с тобой рядок из наших первобытных мин, чтобы они к нам не смогли подобраться слишком близко. О, зомби в защите пошел, съел своего другана и идет себе дальше, наяривает. Давай вот так вот сделаем. Надо, конечно, местечко оставлять именно для перца. Но перец, по-моему, может даже срабатывать на кувшинке. Может же? По-моему, может. Так, возьмем с тобой, поставим сюда Аки. Пускай бомбит. Так, тихо, 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 родные мои. Вот куда вы прете, а? Куда вы прете? Так, вторая волна надвигается на нас. Мы можем с тобой вот так вот сделать пока. Тюнь-тюнь-тюнь, отплюнули их туда-назад. Сюда поставим гриб. Пускай этот крепкий зомби съест гипногриб и пойдет вон тех ломать просто налево и направо. А мы выставлять будем с тобой бонг-чой. Кто у нас еще тут? Можем Аки сюда поставить. Давай, родной, вжаривай. По красоте. Все пока хорошо и красиво у нас. Жалко, конечно, что мину нельзя поставить на кувшинку. Немножко как-то обидно. Так, все у нас отлично. Бонг еще исправляется. Перчик я могу. Ну, можно это сделать и вот таким вот образом, друзья мои. Хопа, и все. Так, что ты, я не понял, тут делаешь? На тебе гриб. Иди. Своих вон корешей ломай, пожалуйста. А то явился, не запылился. Давай, бонг-чой, наяривай. Да, прекрасно. Забираем с тобой. Ой, подожди, не успел, ребята, энергии дособирать. Я думаю, нет смысла сюда ставить Аки. Мы поставим лучше с тобой гипногриб. Сюда поставлю кувшинку, наверное, да? И тут-тут-тут-тут. Блин, давай я так вот бомбанем. Все равно ничего не теряем от этого. Так, это у нас второй день, ребят, поэтому и легко пока. Потому что второй день всего лишь. Я даже не сомневаюсь, что дальше будет просто жесть. Лютая причем. Опять пойдут траты денег у нас, да? Давай-давай-давай, ешь гриб-то. Вот. А мы вот так вот с вами сделаем еще. В придачу. Так, у нас... Выпало удобрение, я могу им воспользоваться. Так, бонг-чой, ты как там себя чувствуешь? Нормально или тебе помочь? Ну давай, помогу тебе, так уж и быть. Как он хорошо разбирается со всеми, а? Просто прекрасно. Блин, какие-то... Ну долгие-долгие уже уровни, да, по времени, сам видишь. Мы обычно за это время уже 1-2 эпизодика проходим, а тут... Только лишь на втором дне. Но из-за того, что они медленно идут по этой воде. Вот, наверное, из-за этого. Так, ну что, давай, наверное, взорвем просто-напросто. Не будем здесь долго выжидать. И продвигаемся с тобой на третий день. Все, деньжата собрали. У нас кто-то откроется скоро, я так понимаю. Так, слушай, а пиньяточку себе заработал или нет, а? И надо заглянуть, кстати, мне на мой огородик. Посмотреть, что у нас там происходит. Угу. Ну ладно, возьмем вот этого. Блин, а что интересно делает чеснок под ультой? Мне вот лично интересно знать. Так, возьмем вот этот. Для чего я это делаю, ребят? Чтобы освободить место. Их можно использовать. Так, лук у нас делает, по-моему, дыхание не на одну дорожку, а на три. То есть... Посередину, прямо перед собой. И одну сверху, одну снизу. Ну, давай возьмем с тобой шипастую лужайку. Как-то вот таким вот образом. Ну, а мы продолжаем. Так, я хочу сюда заглянуть. Третий день. А тут у нас что? Вот, друзья мои, вот так вот и зарабатываешь. Выполняешь, например, один ивент Пенни Пурсует. И ты получаешь 5 гемов. Потом на арене подрался бесплатно. Два раза. Получаешь еще 6 гемов. Выигрываешь на арене, получаешь 2 конфетки. Набираешь коллекцию растений, получаешь еще 5 гемов. Ну, в принципе, ребята, это все несложно. Если ты вот здесь вот выигрываешь, вот здесь, тебе могут дать по скидке растения. Если оно, например, в магазине стоит 379, ты можешь его приобрести за 179. А можешь вообще получить бесплатное растение. Так, ладно, с этим займемся позже, а у нас все-таки третий день.
на кону, и нам нужно разбираться с этими пляжными зомби. Так, Дэйв, все нормально, спокойно. Идите гуляйте, я пока тут справляюсь сам. Я больше чем уверен, что дальше будут эти челленджи такие, да, где ты должен будешь спасать там, например, какую-нибудь кувшинку, чтобы ее не съели. И вот там будет подгорать. Так, смотрите, ребята, молодая зубостизила. Хе-хе-хе. Стоит тут, ждет. Поставим сюда ее. Пускай едят, если что, да, этих зомбарей. Правда, долго они, конечно, все это дело пережевывают. Может быть, если прокачаешь там до уровня 5-6, они будут все это быстрее делать. Ты смотри, скорострел просто не справляется с этим зомби, который идет с ведром на голове. Так, а у нас пошли ультовые растения, да? Ультовые растения, так. Да я даже не знаю, стоит ли пока его тратить. Наверное, пока не будем. Блин, мне бы сюда бы, конечно, жвастика поставить. Ладно, придется бомбануть все-таки. Окей. Этого съедим. Этих пока трогать не буду, они пригодятся нам. Так, жвастик съел. А под ультой, насколько я помню, да, жвастик засасывает целый ряд зомбарей к себе в пасть и всех съедает. А есть ли смысл нам выставлять? Ну ладно, поставим, так уж и быть. В два рядка. Можем вот так применить с тобой. Тут как раз удобрение. Блин. Давай, съел, молодец, красавчик. Ну этого-то зомби-то должен забомбить. Так, а ты что не ешь-то? Вот, молодец, красавчик. Схрумкал. Поставим, наверное, вот так вот сюда. Выпало нам удобрение с тобой. Вот так вот будем с вами делать. Все, как говорится, по уму. И готовимся к волне. Сейчас будет первая волна. Волна именно из зомби. Так, готовы, орлы. Ну что же, первая волна побежала. Блин, тут еще все зомби именно в шлемах, это плохо. Это очень плохо. Так, мы можем с тобой, конечно, применить ульту от растения, давай. Ну, неплохо, неплохо. Так, здесь двоих сидим, здесь тоже должны съесть. Ну, хрумкаем, хрумкаем. Молодцы. С этими, я думаю, мы тоже с вами разберемся, да? Если даже они вдвоем подойдут, все равно жвастики мои их съедят. Блин, а вот этот не съест, ребят, потому что он пережевывает там 3 часа. Немножко помог я. Кстати, вот здесь вот очень большая волна. Ой, волна, ну, зомби идут, да, в рядке. Можно тоже применить ульту. Можем даже вот так вот сделать. Нет, так невыгодно нам. Так нам невыгодно, потому что если мы сюда поставим скорострела, то, естественно, наши жвастики не смогут их съесть. Эй-эй-эй-эй, почему ты... Ха, он еще когда делает отрыжку, оказывается, отталкивает зомби. Я этого не знал. Или просто не замечал. Так, ладушки, тут пока все отлично. И готовимся ко второй волне зомби. Сейчас они побегут. Красавцы. Все, хочу этот скорострел применить. Так, этого схрумкали. Этого тоже мы с тобой схрумкаем. Наверное, придется все-таки, друзья мои, применить. Не хотел, но придется. А почему растения больше не выпадают, а? В чем проблема? Мне это совсем не нравится. Так, ну что, вот они. Побежали. Музыка какая-то ускоренная пошла. Так, вот этого надо забомбить, который с флагом идет. Предводителя зомби. Что-то у нас как-то не получается, да? Ладно, пока не буду удобрения тратить. Ну, в любом случае, здесь можно пройти, даже не тратя денег. Потому что у нас с тобой, видишь, все эти моторные движки
как они сказать-то их? Ты понял, да? Короче, они все целые. Это вместо газонокосилок у нас тут двигатели от лодок стоят. Все, в принципе, справились. Довольно неплохо. Так, ну давай продвигаться дальше. Это был, как у нас там, третий день. Давай смотреть, что же будет дальше. Ну, я думаю, до 10 уровня будет, наверное, все примерно одинаково. А вот уже дальше будет интересно. Так, я здесь уже сам разруливаю ситуацию, соответственно. Давай-ка с тобой выбирать. И я думаю, чеснок я не хочу брать. Лава гуава, думаю, нам здесь пока не пригодится. Возьмем кувшинку, ну мало ли там, да, понадобится. Перец возьмем. Так, древний подсолнух. Возьмем мину на всякий случай, да. И пу-пу-пум. Давай вот так вот сделаем. Аки, что ли, взять? Ну, давай возьмем Аки с тобой. Гипногрип. И лазербин. Летающих зомби пока здесь нет, так что будем на расслабочке. Поехали. Но здесь они наверняка будут, да? На каких-нибудь шариках или еще что-нибудь. Так, подсолнухи прям под музыку танцуют, прикинь. Как весело. Уже бегут. Сломя голову. Так, сюда поставим мину. Потому что вода будет добираться вот именно до этой черты. Так, гипногрип можно, в принципе, сюда поставить. На всякий случай, да? Мало ли там кто пойдет. Ну, самое первое дело, конечно же, это подсолнухи. За них мы получаем энергию. А энергия это наше все. Ну, что ты, ну съест кувшинку. Причем довольно быстро так съел ее. Так, вода еще прибыла. Это зомби, наверное, идут с какого-нибудь корабля, который когда-то утонул, и они превратились в зомбарей. Бамс, хорошо там взорвалось. Так, можно Аки сюда влепить. Гипногриб. Перчик у меня халапенья есть, поэтому, в принципе, я на расслабоне. Пока мне ничего не страшно. Я забыл, знаешь, что сделать? Я забыл взять Бонг Чоя. Вот что я забыл сделать. Думаю, чего-то не хватает. Вот именно его и не хватает. Так, минушка у нас проросла. Давай вот так вот поставим гипногрип сюда. А здесь бомбанем. Погоди-ка. А почему? А, вот. Я уже думал, почему он мне не дал удобрение. Все получилось. Все хорошо. Так, секундочку. Чешут орлы. Нам, наверное, с собой бы поставить лазербин где-нибудь вот здесь. Что? Откуда тут еще русалки появились? Вот объясни, пожалуйста. А? Так, а ну-ка на, съешь грибок. Иду я отсюда, чтобы я тебя не видел. Нам вот так вот лучше сделать, наверное, да? Опа. Бамс, хорошо взрывается. Просто замечательно. Так, лазербин будет у нас стоять здесь. Аки я поставлю сюда. И еще одну миночку. Вот таким вот образом. О, русалка ест там зомбаря. Ну, она была слабая, поэтому ее быстро уничтожили. Гипногрип. Давай, родной, помогай. Кстати, очень удобно, да? Выставляешь, например, кувшинку, куда тебе надо. На нее ставишь гипногрип. И все, и зомби, как говорится, под твоим контролем. А можно поставить халапеньо, там вообще будет целый ряд уничтожен. А тут, наверное, будут еще пляжные гаргантюа, я думаю, да? На, съешь. А, мы снесли черепундель. Так, надо что-то вот здесь вот нам придумать. Наверху, видишь, там зомби идет усиленный. Ну, что мы можем придумать? Можем просто взять вот так вот халапеньо поставить, и все, и будет взрыв. А можем мину влепить? Она должна успеть созреть. Так, вот здесь мне немножко не нравится, что происходит. Давай-ка, наверное, вот так вот Аки поставим с тобой. Пускай она бомбит. Сюда вот. Воу-воу-воу, вот это какая-то подстава. Просто натуральная, ребят. Появились прямо возле, как говорится, нашего бережка. Блин, лазербин. Отлично. Не успели не съесть. Так, этот взорвется.
Этот пойдет сейчас своих бомбить. Так, еще одно удобрение. Давай вот так вот сделаем. Ой-ой-ой, смотри, что тут происходит. Аки, бедный, съели, да? Съели его. Погоди секунду. Давай вот так, наверное, сделаем, чтобы взорвать их всех тут. Пришлось мне, да, потратить удобрение. Но это все во благо наших цветочков, растений. Халапеньо. Бабах, отлично. Гипногрипп, наверное, сюда с тобой поставим. Пускай будет. Он, как говорится, здесь нам не помешает. В любом случае не помешает. Также влепим сюда мину. Секунду, так, тут что-то слишком много. Мне бы, конечно, получить перец. Но ты видишь, да, у него еще идет откат. Я могу сделать вот так. Всех их оттолкнуть пока. Ну и, естественно, уже их бомбануть вот таким образом. Все. В принципе, победа за нами. Этот зомби как бы уже наш. Поэтому он читается. Ну что же, вот и пиньятушку мы с тобой заработали. Давай глянем, что у нас здесь выпадет. Какие-то, наверное, водные будут растения, скорее всего. Кувшинка там, да? Еще что-нибудь. Да, 4 кувшинки выпало нам. Банан. А что делает банан? Хм. Ну, по идее, если так логично подумать, да, ребята, об него должны зомби спотыкаться и падать. Но как здесь это работает, я не знаю. Оу, это у нас, ребята, тина, водоросли, ну, называй как хочешь. Я думаю, многие помнят по первой части, да, что они делают. Они опутывают зомби и топят их. Надеюсь, это то же самое. И все здесь работает в этом плане. Ну, проверим. Вот идет зомби, да? Да-да-да-да-да. Именно тот самый момент, ребята. Как и должны поступать. Зачем я только вот сюда послал? Ума не приложу. Зря. Ну, в принципе. Причем оно топит любое, да? Из зомбарей. Хоть гигант... Нет, наверное, гаргантюа не получится утопить. Скорее всего. Но, тем не менее, надо вот эти вот водоросли нам с вами как-то приобретать, чтобы облегчить себе немножко жизнь и себе, и нашим растениям. Так, секундочку, здесь я не поставил никого. Давай. Ну, вот это, ну что это, ребят, ну они вообще не стреляют, не хотят просто стрелять. И так медленно все это делают, так медленно. Аж обидно. Знаешь, что я хочу посмотреть? А что делает у нас водоросль под ультой? Никому это не интересно было бы. А ну-ка. Ох ты. Ну это, блин, если бы я знал, я чуточку попозже. Но тут, видишь, эти русалки прут на нас. Так, здесь сделаем защиту. А сюда поставим горохострел. Так, отлично. Давай вот так вот сделаем. Новое достижение получил. Давай, давай, давай. Но этих зомби, в принципе, мы можем и так разобрать. Вот сюда нужно нам поставить горохострел. Окей. Так, ну куда ты разогнался, а, парень? Куда ты... О, у нас с тобой есть удобрение. Давай. Опа, не всех, конечно, уничтожает, но большую часть зомбарей они топят. И это классно. Нам нужно в первую очередь избавляться, вот, которые идут с этими, со всякими там... кастрюлями, с ведрами на голове. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родные мои. Блин. Давай применим вот так вот. Секундочку. Вот. Вот уже красиво. Ну, а с этими уже разберемся, будем расстреливать их. Еще удобрение. Давай, Тина, работай во благо нашего, как говорится, цветочного царства. Сейчас мы еще сюда ульту. Опа. Красиво. Мне нравится, как это все выглядит. Замечательно. Просто топят зомбарей этих. Наверное, вот сюда еще поставим с тобой. Так, а это у нас... А, последняя волна. Друзья мои, последняя волна идет. Поэтому подготавливаемся. Конкретно.
Будем с тобой везде выставлять их. Интересно, сколько они стоят по энергии солнечной? Если дешево, то это вообще будет cool. Давай, 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 родные мои. Топим их, топим. Не даем проходу. Так, вот этот у нас сильный зомби, да, идет с ведром на голове. Шитик тоже мне нашелся здесь. Все, мы с тобой прошли пятый день. Опять же, хочу оговориться, ребята, это лишь начало. Это только разминка, нас с тобой, как говорится, плавно вводят в курс дела. Что типа, ну, Рэй, не расслабляйся, впереди тебя ждет полная жесть. Твои кувшинки и прочее тебе здесь не помогут. Так что можешь не расслабляться. А я и не расслабляюсь. Так, ну что, друзья мои, тут опять какие-то определенные условия. Они зашибись, водолазы. Они оставили мне, видел, сколько территории. Молодцы. Так, тут у нас подсолнух. Зачем мне вот этот подсолнух? Дайте мне, пожалуйста, первобытный. А, это основное, что должно быть у меня, да? А это уже на мое усмотрение. Так, и вот сиди и думай, что же нам здесь пригодится. Мяту эту взять, что ли? Или не надо брать ее? Нам бы желательно какие-нибудь дальнобойные растения. Так, халапеньо я возьму. Слушай, вот электрический стебелек. Ну, по идее, если бы он бомбил по зомби, да? А тем более зомби, которые находятся в воде, они должны были бы получать повышенный урон. Но я почему-то сомневаюсь, что так будет работать здесь. Бонг чой, да? Ну вот таким вот макаром попробуем. Получится, не получится. Как говорится, покажет время. Так, подсолнух стоит. Радуется, давай еще один. Так, будем с тобой, ну естественно. Ага, тина стоит 25 энергии. Бонг чой будет у нас стоять здесь, на страже. Так, окей. На всякий случай будем с тобой выставлять тину. Так, кувшинки у нас на каждом ряду, да? На каждом, отлично. Ой-ой-ой, а вот это вот, вот это вот. Это было злобно на самом деле. Так, а там у нас кто идет? А там у нас водолаз, прикинь, плывет. Гонет жаркий. А что будет, если он съест гипногрипп, а? Кувшинку из-под тяжка взял и слопал у меня там, а? Так. Утопили. Опять же, здесь будут две волны зомбарей. Будем с тобой... Так, вылез, 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 идет. Хоп, хоп, потихонечку подкрадывается. Так, этого я, наверное, утоплю. Что-то я не понял. Так. То есть водоросли не могут уничтожить водолазов? Я правильно понял? Слушай, ну это не катит такая фигня. Ладно, хорошо, давай здесь поставим, наверное, в ряд горохострелы. Так, 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 посмотрим, насколько... Что? А как он так быстро съедает, ты прикинь? Он очень быстро съедает растения. Я имею в виду вот именно этот водолаз. Хм. Значит, нам придется как-то, друзья мои, тактику менять. А посмотрим, этого зомби он будет бомбить или нет. Ну, да, он начал тут что-то с ним дергаться. Так, водолаз против водолаза. Блин, а вот этот вот крепкий зомби. Как мне тут быть? Его сейчас бонг-чой бедного съедят. Давай-ка вот так сделаем. Перец халапеньо применяем. Оу, воу, воу, воу. Зачем так люто? Блин. И тут я понял, что мне не хватает, друзья мои, знаете чего? Три стрела с его ультой. Угу. Ладно. Пускай тут используют двигателя эти. Причем почти все
Мне только внизу он один остался, последний. А у нас с тобой идет последняя волна. Причем они все съели у меня, все подсолнухи. Все, что у меня было, нажито непосильным трудом, они всех съели. И в последнюю секунду я допетрил, что надо было сделать, друзья мои. Надо было ставить Бонгчоя и просто применить на него ульту, и все. И никаких проблем бы не было. Но я что-то недосообразил. Вот так вот. Так, водолаз, давай иди сюда. Этот тоже сейчас возьмет. Бонгчой, бедолага, его съели. Давай-ка вот так вот применим. Ай-яй-яй-яй-яй, он под водой, ребят, мы его не можем с вами... Блин, я даже не могу сюда халапеньо применить. Понимаешь? Не могу. Давай, ешь. Теперь вот так вот делаем. Ух, так. Идет, друзья мои, идет архаровец тут. Что делать-то? Как мне вот тут-то быть? Друзья мои, как мне вот тут быть? Блин, у меня не хватает энергии элементарно. Гипногрипп, может быть, мне поможет здесь? Помог. С подсолнухами беда. Не хватает солнечной энергии. Блин, это только лишь какой там, 7-й день у нас. А я уже трындец тут встрял. Давай так вот сделаем, наверное. Водолазы — это самые противные чудики. Как я могу понимать? Как с ними только вот бороться? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подкрадываются подсолнухи! Родные мои, мне энергия здесь очень сильно нужна. Чтоб, блин, вам помочь хоть как-то. Придется, ребят, вот так вот. Не хочу проигрывать. Поэтому пришлось немножко мне потратить голды. Ну вот, мы с вами и заработали ту самую водоросль. Да, ну непонятно мне, почему, конечно, она не может топить водолазов. Это меня немножко расстроило. В первой части, насколько я помню, да, она топила всех. И водолазов, и обычных зомби. Здесь же нифига подобного. Ну что же, давайте берем Бонгчой. Возьму, наверное, вот эту вот лужайку шипастую. Халапенье. Водоросли. Лава Гуава. Вот нужна она нам сейчас здесь, нет? Наверное, не нужна. Возьмем минку и последних два растения. Кто же это будет? Нету вот таких вот каких-то водоплавающих, да, которые, ну вот тина только и все. Может быть, дальше кто-нибудь у нас будет. И гипногрипп, поехали. Что? Тут вообще все будет? Ёпарасете. Блин, это жестко, друзья мои. Это жестко, это будет полностью вся территория заполняться водой. Да, при этом еще и зомби будут идти. Здорово. Ага, я не могу его поставить, пока здесь, ну, понятно, нету воды, да? Мину тоже нельзя здесь. А лужайку? Лужайку можно. Так, водичка, да? Прибывает, выставляем свои водоросли. Слушай, ну вот эти вот... А ты прикинь, вода здесь заполнится, и вот эти вот ханурики здесь появятся. И что мне прикажешь тогда в этот момент делать? Что? Я вот, например, ума не приложу. Что здесь можно будет сделать? Так, шипы там работают. Блин, водолаз, конечно, этот просто игнорируется. Просто игнорируется. Мина, ты успеешь, нет? Не успеет она активироваться у нас. Я эти подсолнухи сюда... Ой, подсолнухи, кувшинки поставил именно для подсолнухов. Хочу вот ряд сделать. Хотя бы для начала, да? Здесь лужайка. Ну все, с подсолнухами пока закончили. Блин, так хочется эту мину поставить именно на кувшинку. Но я прекрасно понимаю, что это бесполезно. И водолаза мы с вами не можем подбить до последнего, пока он не вылезет из воды. Это тоже немножечко раздражает. Ну куда ты вот там прешь, а? С флагом своим. Радостный, бежит он мне. Гипногрипп поставим сюда с тобой. Так, тут идет у нас бамс. Смотри, смотри, какой он сильный. Водолаз при всем при этом еще и сильный. Он успевает съесть, друзья мои, просто
нашего Бонг Чуя. Без проблем причем. Так, секунду, секунду, что-то происходит. Так, взорвись там на мине, к ядрене фене. Ага. Так, здесь применяем халапеньо. Так, здесь мина уже вылезла, так что все окей. Сюда, наверное, мы с тобой гипногрипп поставим, потому что я... Ай-яй-яй, надо было... Во, успел я поставить кувшинку. Этого утопим. Так, вот здесь, ребята, у нас... Ать! Надо вот так тогда делать. Да, хорошо, мы их подбили. Слушай, 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 а вот здесь-то... Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, подходит, подходит, ребята. Так, придется вот так сделать. Гипногрипп нам в помощь. Так, наверху, наверное, вот так сделаем. Ну, ты понимаешь, да, у нас все, ребят, у нас нет земли. Все на воде держится. Соответственно, если не будет здесь никаких кувшинок, то мы просто ничего не сможем здесь поставить. Так, энергия пока есть, слава богу. Так, водоросли. Сюда поставим, наверное, да? Бонг Чой, давай, пускай здесь стоит у нас. Слушай, интересно, а вот эти, которые растения сверху бомбят, ну, типа вот Аке, они видят этих водолазов или нет все-таки? Мне вот интересно знать. Так, этого подбили. Сюда можно... Нет, не будем мы туда перец ставить. Или будем? Так, давай сюда вот водоросли влепим. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя! Ты посмотри, что происходит, друзья мои. Придется здесь. Ну, съедай, подсолнух. Вот так вот делать. Твою же налево, что они творят? Бонг Чой просто не справляется. Смотри. Просто не справляется. Опс, друзья мои. Тут опять проблема. Ну-ну-ну-ну-ну, отлично. Кое-как успел. Так, а здесь что у нас за шитики идут? Ну-ка давай быстренько сюда гипногрипп влепим. Нужно опять выставлять кувшинки. Так, перец. Окей. Топить всех к ядрине фени. Так, вот у нас здесь наверху ничего нету. Ну, в принципе, можно дождаться перца. Или сделать гипногрипп. Интересно, а как будет здесь выглядеть Гаргантюа? Как ты думаешь? Каким образом? Он просто пойдет по воде и все? Или что? Мне вот лично очень интересно посмотреть на это дело. Ага, тут есть водный Гаргантюа, поэтому все окей. Друзья мои, все окей. Ну что, прошли, да, получается, мы с вами? Мы с вами прошли седьмой денек. Да, я чувствую, скоро пойдут челленджи какие-нибудь, ну, как я вам уже и говорил. Сделать так, чтобы выжила кувшинка, которая будет там бедная, одинокая, посреди там океана находиться. И ты должен за ней смотреть и наблюдать. Это что у нас такое? Боулинг какой-то. Типа, нельзя играть в боулинг, что ли? Что-то типа того. О, а вот и Гаргантюа. Что это за шитик такой? Ух ты. Желтый, синий. Так, это, видимо, боулинг самый настоящий. Точно, ребята? Прикольно. Мне это напоминает, помните, в первой части были такие уровни, когда мы с вами тоже бросали. Ну, там, по-моему, катались у нас орехи. Да, там орехи мы отправляли с тобой. И они вот так вот бомбили зомбарей. Вот это что, интересно, за такой вот суперский какой-то? Может быть, его пока приберечь? Или что с ним делать, я не знаю. А в чем разница, желтый, синий? Я не понимаю. Так, подожди, вот это мне не нравится, ребят. А, все, я понял. Вот водолаз сейчас появится, блин. Как бы не хотелось, конечно, его здесь видеть. Ну-ка. Он причем еще крепкий. Ну-ка, давай. Хопа, хопа. Отлично. Все, у нас... Так, русалки, ну вы-то откуда взялись, а?
Зомби-русалки. Так, тут что-то вас слишком много. Надо немножко убрать вас. Так, наверху зомби защищенный идет. Его тоже нужно убрать. Окей. Так, это еще волны нету первой. Мы еще даже до нее не дожили. А сейчас эти орлы-голубчики побегут. Но что ж такое-то? Что ж так слабо-то? Бьем, а? Бьем очень-очень слабо. Так, если я вот так сделаю. Блин, фигня получилась какая-то. Нормуль. Давай еще один. И еще один. Так, сегодня, друзья мои, в растения против зомби героя мы будем брать паки. И надеюсь, мы с вами пройдем эти уровни, которые я не могу пройти за счет того, что у меня нет вообще ни легендарных карт, нифига. Ну и сами видели, какие там условия для них делают. Что за растения, что за зомби. Или пройдем, или не пройдем. Но я надеюсь, что все-таки мы с вами сегодня разрулим пару этапчиков там. Эй, 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 русалки, вам пора на ветви садиться. Не нравится мне это все. Еще Гаргантюа же здесь будет, да? Помните, показали нам? Когда он только там появится. Так, я получил новое достижение какое-то. Тенпин какой-то там непонятный. Тенпин. Так, я боюсь, сейчас выйдет этот гаргантюашник и начнет тут бомбить. Единственное, я не могу применить здесь ульту. Ну вот на эти растения. Ой-ой-ой-ой. Слушай, что-то напряженно как-то. Они подходят, подходят, подходят. Что-то тихо, я не успеваю просто. Ой, здесь уже вообще критично. Давай, 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 давай. Наверху какая-то проблема. Тут еще русалки, блин, повылетали. Эй! Ну спокойно, я сказал. Ну что, что вы делаете-то? Там еще будет, ребята, еще волна одна впереди у нас. Блин, я не успеваю, я не справляюсь. Со всех щелей повылазили откуда-то. Кто, кто там забурлил? Гаргантюа, что ли, появился, да? Слышишь, звук характерный? Ну конечно же, Гаргантюа. Эть! Эть! Молодцы, успели здесь все-таки сдохнуть, отдуплиться. Так, а как ты мне прикажешь этого гаргантюа валить? Придется тратить, наверное, нам с тобой лодочный мотор. Понимаешь? Пускай идет. И мне с ним бороться бесполезно, он только отвлекает меня очень сильно. Пускай берет. Надеюсь, русалку он свою там не бросит. Нет, отлично. Хопа, раздавили их там всех. К ядрени фини, отлично. Ну. Так, окей. Бумс. Почему он такой крепкий, а? Вот объясни мне. Нормуль. Так, это последняя волна у нас, да, идет? Последняя волна. И, в принципе, я уже здесь ничего не боюсь. Даже если они смогут пройти, да, до сюда, то лодочный мотор их в любом случае здесь уничтожит. Ну, ты понял, да? То есть мы здесь вообще с тобой ничего не тратим. И это классно. И это просто классно. Иди отсюда. Рыкай ты мне еще тут. Все. Мы с тобой потратили всего лишь один лодочный мотор. И то на то, чтобы подбить гаргантюа. Так, а мы получаем следующую пиньяту. И кто же нам здесь выпадет? Ну, как обычно, Тина, наверное, да? И кто там у нас еще был? Так, 100 монет. Оу, крокодильчик. И вот как раз эти боулинг-булт. Короче, команда боулинга. Так, ну что, у нас там с вами следующий день, да? Ох, ядрёна-матрёна. Ты посмотри, что происходит здесь. То есть они мне вообще еще и территорию уменьшили. Молодцы, красавцы, что я могу сказать еще по этому поводу. Дерись как хочешь теперь. Угу. Так, мины здесь бесполезны. Это понятное дело уже, да? Лава Гуава тоже. Гипногрипп. Тина.
Что делать-то будем, а? Как справляться-то, блин? Бумеранг, я думаю... Так, подожди, давай-ка мы лучше возьмем первобытного. Как быть, как быть, как быть, а? Я хотел проверить растения, которые бьют навесиком, да? А навесиком у нас с тобой... Слушай, все-таки хотелось бы посмотреть, стебелек будет бомбить водолазов или нет? Я возьму на пробу. Хочется проверить. Магнит, что ли, взять? Я не знаю. Ну, давай возьмем магнит с тобой. Ну и кувшинку, судя по всему. Блин, бонг-чуй, конечно... Я не знаю, ребят, попробуем так. Ну, ты видишь, да, тут все в воде будет. То есть, мне тут особо не разгуляться. Территория очень маленькая, доступна мне. И как-то надо все это дело успевать контролировать. Чертовски сложно. Так, давай, наверное, с тобой сюда вот поставим Тину пока. Подсолнухи будут у нас здесь с тобой стоять. Магниты. Магниты нам пригодятся. У нас по... Причем магнит под ультой, под удобрением. Тихо. Подожди. Так, кувшинку и... Вот так. Просто элементарно не успевает, друзья. Так, этого утопим. Этого мы с тобой утопим. Так, еще один. Один, ребят, подсолнух мы с вами высаживаем. И все пока на этом. Теперь нужно заниматься именно обороной. Блин, именно оборона. Я как ее тут... Твою ж налево. Пока ума не приложу, что нужно здесь сделать. Давайте их утопим. Электрический стебелек. Хочется просто посмотреть, как он будет вообще работать, если он будет. А, бонг-чой у нас уже в руках. А я что-то думал, что я его и не взял. Все у меня отлично пока. Так, опять этот водолаз Шитик ползет там. Вот на этом рядку у нас с тобой ничего нет вообще. Так что надо вот так, наверное, сделать. И, кстати, вот на верхнем тоже нету. Блин, что делаем? Давай бонг-чой, наверное, поставим. Его сейчас съедят. Блин! Придется так сделать. А что? Что? Сработало? Отлично. Ты посмотри, вот этот водолаз вообще тут крепкий. На, съешь гриб, вали отсюда. Так, Тину, куда ее? Тину-то это поставить сюда, что ли? А дальше как? А как нам дальше быть? Водолазы-то лютуют, у меня ни бомбы, ничего нету. Хлопенью только, если выставлять. Так оно откатывается 33 года. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай применять сюда. Сюда будем так делать. Жестко. Что-то как-то жестко на самом деле. Бонг-чой, давай, хотя тебя тут толку, ну... Ты можешь, конечно, хорошо бомбить этих зомби, которые не в воде. А вот против водолазов-то, конечно, да. Против водолазов мы тут, блин, беспомощны, можно так сказать. Давай вот так вот сделаем. Так, а куда это ты перемет... Ты что переметнулся туда, а? Скажи-ка мне. Сейчас будет взрыв на макаронной фабрике. Но... Ну, давай, все, взрываем. Взял только мне подсолнух, так сказать, испортил. Ох, ё-моё, тут-то смотри, что происходит. Так, нам нужно с тобой делать гипногрипп. Не, друзья, что-то я вообще тут просто в запаре в какой-то. Один зомби пробивается. Давай, наверное, так сделаем, попробуем. Поможет нам это или нет? Нет, не поможет, да? Или поможет? Этого-то уничтожите? Угу. Ну, пришлось вот так вот делать. Что-то сразу засуха пошла. В чем проблема? Вода иссохла. У нас тут... Ага, опять пошла. Опять пошла водичка. Блин, что-то как-то она... Долго, ребята, долго идет.
Так, окей, окей. У нас есть еще ребята с вами. Электрическая, как говорится, ультушка. Вот сюда, блин, не могу поставить халапеньо. А нужно ли оно нам здесь, а? Пока нет, по-моему. Сюда влепим гипногрипп. А вот здесь, вот, скорее всего, да, придется влепить. Зомби пруд. Сюда водоросль. Энергии не хватает. Я думаю, почему не хватает энергии, друзья мои? А потому что у нас с тобой всего два подсолнуха работают над этим всем делом. Вот и делай выводы. Блин, ну магнит бы хотя бы как-то этих водолазов бы, что ли, я не знаю, уничтожал бы, да? Хоть, ну хоть как-то бы помогал бы. Нет же. Не хочет. У нас с тобой все. Полная труба. Аврал, друзья мои, аврал. Что делаем с тобой? Не знаю, что мы тут с собой делаем. Так. Этого утопить надо. Наверху, наверху мне не нравится, что происходит. Блин, пересклопение. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, ну самое опасное для меня, ребята, это вот это вот. Почему? Потому что здесь у нас все прикрыто, да? На худой конец они пройдут, но газонокосилки их уничтожат. Верно, верно. Мы с тобой больше не потратим здесь ни рубля, ни копеечки, ни йоты. Все, давай я отправлю даже лично мне вот здесь вот. Всех под откос. А здесь вот так вот. Фу. Жесть какая-то, трэш. Я просто боюсь представить, когда пойдут гаргантюа. Вот эти вот морские гиганты. Там будет подгорать, наверное, жестко все. Ну ладно, это все у нас, как говорится, будет впереди. Тут еще, конечно, можно было бы и растения брать с ультой, да, с удобрением. Поехали, 10-й день с тобой попробуем разрулить. Не знаю, как там выйдет, не выйдет. Ну, постараться надо. Ну, хотя бы дали немножко суши здесь, это уже плюс. А, тут вот так вот, ладно. Так, этих пока прибережем. Они уже втроем здесь. И начнем потихонечку. Ну, проверим, как это все работает. А, так мне не надо будет, да? Они будут сами по себе уже бомбить. О, так это хорошо. Слушай, это вообще прекрасно. Я думал, что надо будет постоянно тыкать на них, чтобы они там выпускали свои эти шары. Но нет. Слушай, мне нравится. Потом глянем, какая у них ульта. Что они делают. Так, давай сюда влепим. На каждом рядку у нас должен быть вот этот вот боулинг растения. Так, секунду, что-то как-то вот здесь вот слабовато у нас получается. Ну-ка, если мы подсобим. И вот здесь надо подсобить. Так, нам доступна водоросль. Стало. Вот у нас, кстати, и удобрение прибыло. Удобрение прибыло. Давай, наверное, вот так сделаем. Так, зомби пока еще... Ну, вот они вылезли наружу. Мы их видим. Мы их можем здесь спокойно разбирать. Что не может не радовать. Так, второе удобрение нам достается. Давай глянем, я хотел посмотреть. Ага, все, я понял, что он делает, ребят. Он выпускает три шарика, да? Вот эти вот электрические, которые, ну, практически с первой попытки уничтожают... зомби. И это классно. И это очень классно. Так, мы с тобой можем вообще тут полный ряд сделать из этих растений боулингов. И они тут будут бомбить просто безбожно. Смотри. Эти выглядывают, да, им же нужно съесть. Нужно. Поэтому им нужно выглядывать постоянно из-под воды. Ну-ка. Тюнь-тюнь-тюнь. Понеслась. Но они все равно хитрецы. Эти водолазы, они хитрецы, тут не поспоришь. Так, еще удобрение. Давай попробуем так сделать с тобой. Отлично, обожаю. Обожаю эти растения, прикольные, кстати.
Так, кувшинку у меня там уже успели где-то съесть. Когда-то, непонятно. Давай, наверное, сюда еще поставим свою кувшиночку. Они очень хорошо бомбят, так смотри. Именно вот против водолазов эти шарики вообще великолепны. А ну-ка. Так, у нас с тобой последняя волна идет. Мы сейчас их тут быстренько с тобой зачикаем. Да, это, походу, дело последние зомби. Крепкие какие-то. Ну да ладно, все равно мы с ними справимся. Да. Блин, мне нравится это растение. Очень прикольно. Что это такое? Какие-то маленькие луковицы. Или кто они такие? Я не знаю. Ребят, можете написать в комментариях, что это за странные такие растения. Но довольно милые. Ну что же. Я думаю, что на сегодня, наверное, будет достаточно, да? Кстати, я хотел посмотреть, что там происходит с ареной. Меня там, наверное... А, вот, смотри, мы с тобой на... Между 11 и 12 уровнем получим вот эти как раз боулинг растения. Окей. Я буду только рад. Так, мы с тобой заработали пиньяточку. Давай-ка мы посмотрим, что в ней выпадет. 100 монеточек. Ага, опять кувшинка. Водоросль. Кстати, я могу пропать водоросль, между прочим. И все. А здесь у нас что? Здесь у нас ничегошеньки. Значит, могу пропать водоросль, да? Мне написали. Давай-ка глянем, где она у нас. Вот она. Так. У нее повышается дамаг на 50 очков, да? Плюс откат на одну секунду и защита на 50 очков. Конечно, давайте улучшим. Я думаю, от водорослей здесь будет нормально так толку. Правда, против водолазов она не очень хорошо, но тем не менее. Ну и вроде бы как все. Больше я здесь ничего не могу приобрести. Единственное, что, конечно, могу пойти на арену, да, подраться. Так, что у меня там? Я был на первом месте, пока там какой-то Бенни меня не переплюнул. А, Мейб. Ё-моё, он, блин, ну он совсем припух. Ребят, ну, я не знаю, он там донатит, что ли, на эти перчатки. Как он это умудряется делать? Блин. Поехали. Разозлил он меня. Я никак не успеваю, блин. Только его опередишь. Буквально день проходит, он уже опять на первом месте. Только день проходит, он опять на первом месте. Припарил. Так, ну что, тактика у нас будет с вами та же самая. Можно, в принципе, здесь взять и перец, халапеньо. Я думаю, что он пригодится здесь. И дальше погнали. Так, где у нас электрический стебелек? Шипы. Так, что у нас там еще было? Лаву гуаву я брал, да? И гипногриб. Где у нас там гипногриб-то? Нет, он здесь, вот лава-глава. Ничего вроде бы не забыл, да? У меня вместо, ребята, вишневой бомбы будет стоять халапенья. Давай посмотрим, прокатит ли у нас этот вариантик. Будет ли он лучше. Так, выставляем вот это все. Плюс электрические стебельки. Именно за счет них я пока наношу быстрый урон. Поехали. Так, босс-замбос на своей телеге Коломаги прискакал к нам. Так, пошла шкала, а мы с тобой сразу... Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас уничтожат. Подобьет, не подобьет? Подобьет, конечно же, подобьет, друзья мои. Куда он денется? А мы с тобой опять заряжаем. И еще раз заряжаем. Так, а теперь уже пошли у нас всякие виды растений. Гипногрипп и все тому подобное. Так, халапеньо. Давай-ка. Я попал хоть по боссу, нет? Что-то я так и не понял. О, сколько солнышка там прикатило. Так, пошло уничтожение, да? Тотальное. Вот зомбос, а? Вот кипишует. Кипиш-то наводит. Так, на какой он ряд? На этот приземлился, да? На тебе урон от халапеньо. Так, гипногрипп. А сюда влип, наверное, да?
Не-не-не-не-не-не-не, не надо, не надо, блин. Плохо. Так, там Гаргантюа у нас идет. Его надо контролировать. Контролировать и при всем при этом... Давай-ка вот так вот попробуем сделать. Окей. Чё? А как он прошел-то? Эй, там же... Там же жвастик у меня был. Как ты через него прошел, объясни мне. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А где у меня эти-то? Кто-нибудь мне объяснит? Чтоб тебя... Гаргантюа, ты достал. Ты очень меня сильно достал. Так, здесь жвачку запуляем. Так, наверное, лаву-гуаву поставим. Еще один, друзья мои. Гаргантюа идет. Так, попробуем применить халапеньо. Слушай, что-то как-то жестко. Друзья мои, я вам серьезно говорю, жестко. Такого не было, не должно быть. Аж капитальный погром. Ты посмотри, что происходит. Ой-о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 й. Фига вы там наяриваете, а? Со своими танцульками, шмульками. Мне 28 секунд еще надо продержаться. Кровь из носа. Так. Окей. Давай сюда стебелек влепим. Так. Халапеньо взрывает. Так, это по какому? По этому ряду идет, да? Так, сюда попробуем так же. Ать! Раздавил. Раздавил, как говорится. Все. Друзья мои, ну, 1 190 000 очей. Естественно, я пока на первом месте. Ну, я имею в виду не на первом месте, я выиграл своего оппонента, получая 5 корон, но этого мало. Зато мы получаем 2 пиньярочки. Потом мы заработаем с тобой 2000 голды. А ну-ка, покажи мне, пожалуйста, что мне выпадет. Оу! Хурикали. Хм. И крокодильчик. Найс. Я не возражаю. Так, ну-ка покажите мне, пожалуйста. Так, что здесь у нас? Блин, я хочу вот это вот растение купить, ребят. Блин, мне нравится. Или вот это вот, тоже неплохое, кстати, да? Огнемет этот, огонь по земле пускает. Да, много хочешь, да мало получишь. Вот смотри, а, смотри-ка. Не понял, подожди-ка, я же покупал его за конфетки, а что здесь? А, ты еще получаешь 25 просто вот этих вот мят, 25 мят. Понял. Можно купить костюмы для своих растений. Видишь, такое? 10 гемов всего лишь. Кстати, смотри-ка, 4000 стоит... А, это костюм, елки-палки. Я думал, растение какое-то новое. Нет, ребят. Ну-ка, если мы с тобой, например, глянем... вот сюда вот. Можно что-нибудь здесь приобрести? Видишь, вот это вот, 379. Я проходил ежедневочку, мне его можно было купить за 179 рублей. То есть минус 200. Да, 200 рублей. Так, вот, у нас еще с тобой есть арахис, тоже, говорят, можно взять. Арахис не помешает. Ну и огненный горохострел тоже будет неплохо, я думаю, да? Так, покажите мне, пожалуйста, на ареночке, как у нас там происходят дела. 158 корон у меня, у этого Мэйба 197. Так, у нас с тобой нет перчаток, можно, конечно, за рекламу посмотреть. 2000... Ладно, ребят, давайте, наверное, мы пойдем... Будем заканчивать, да? Надо будет еще во много во что поиграть. Сегодня выходной. А если будет у меня время, мы с вами сделаем сегодня отдельную серию по именно лигам, по деликам. Так что, если что, пишите, ребята, в комментариях. Кстати, квест комплит. И мы с тобой получаем конфетки. Это потому что я, ребята, выиграл на арене и собрал 40 семян коллекции. Вот так вот, ребят, потихонечку набиваешь. Было 2 гема, стало 7. Ничего сложного, в принципе, нету. Да, приходится потратить определенное количество времени, но это уже, как говорится, на твое усмотрение. Если тебе нужны гемы и конфетки, то ты найдешь там часик-другой, чтобы это быстренько все пройти. Ну, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.